Я приветствую всех на своем канале, с вами Каиса. Я продолжаю осматривать прототип третьего Гекса от 30 декабря 1998 года. Мы сейчас посетим следующий секретный уровень, Joy Z называется. Так, посмотрим, что тут у нас. Тут также надо собрать 50 мух. Только мы играем за кузы, я так понял. Бочки можно разрушать. С этим плакатом. Это плакат странный. Так, ну давайте попрыгаем тут сначала. Ай, блин, я свалился. Ладно, соберем, что тут. Тут у нас тоже есть мушки. Можно разрушать вот эти штуки. Так, 32 еще, 32. С ума сойти. Так, а что же, водный получается самый последний? Так, куда сперва пойдем? Давайте вот сюда, бочки. Не разрушаются они. Так, на пальмах есть. Так, а вот тут вот есть. Нету, нету, нету тут. Так, как мне на эту пальму-то забраться? Я что-то уже не помню, как я забирался на них. А, вот. С вот этого уступчика. 6. Так, 3. Еще 3 штучки, вот они. Так, наверх, допустим, о, лишние, да? Запасные, так сказать. Не лишние, а запасные. Так, ну вот сюда нам. Или не сюда. Непонятно, что-то лицо разработчика на этот раз не появилось. Вот здесь вот. Так, как залезть-то на эту штуку? Так, ну я собрал все, а что еще? Что еще-то? Любоваться вот этим плакатом? Тот-то ли Нурд? Nord Beach. Да, это типа пляж для этих, для голых. Так, ну вот посмотрели мы еще один с вами секретный уровень. Я благодарю всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующем уровне. Пока-пока.